Давай, давай, ты тоже сзади, давай, давай, а ты, мистер Крипер, ничего, не давай, не давай, ты мне не нужен, мистер Крипер, только не взорви здесь все чертовой бабушки, так, один негорюнчик мне нужен, всего лишь один, уйди, все, вот так, ты сюда пройди со мной внутрь, давай, заходи всего лишь вот сюда, ближе, и выбегаем, закрываем, и до свидания, негорюнчик, все, превращай его там, давай, иди туда. Сейчас мы заберемся, сейчас мы посмотрим, что там сверху происходит, он его превращает или не превращает. А ты что там пучишь, а? Я вообще сейчас ничего не поняла. Во-первых, что это за масонские постройки непонятные, древнегреческие, из Китая? А во-вторых, что ты там вообще сейчас сделал, а? Слушай, подожди, он его превратил! Вот обычного Игорюнчика надо кокнуть, только как его кокнуть? Опа! Стой на месте! Вот так! А Игорюнчика-зомбаря надо превратить в обычного человека! Ёперный кокос! Там еще два зомби собрались! Так, а как мне отсюда выбраться сейчас? Как мне отсюда выбраться? Вот, уйди оттуда! Уйди! Да уйди туда! Господи, чё ж вас так много здесь? Так... Кать, я в ловушке, а я выберусь отсюда, вот так, ага. Все, слава яйцам, я выжил, короче. Спустись сюда, прыгай на меня, прыгай сюда. Поньк. Ой. И зачем? Прости, пожалуйста. Я только что жизнь себе спас, чтоб ты меня кокнула. Я не думала, что у тебя так мало сердечек. Твоя проблема, ты никогда не думаешь. Ладно, сейчас вернусь обратно. Я вообще не понимаю, зачем здесь эта странная непонятная постройка? Она только портит общий вид города. Что это вообще такое? Ты мне объяснишь, это вообще даже некрасиво смотрится, а? Ничего не понимаю. Так, а там что такое? Так, я это как бы и не строил для красоты. Ты вообще знаешь, чем я занимался последние два дня? Наверное, не знаешь. Нет. Даже, да? Ну так вот, я нашего Игорюнчика-зомби, я короче, его обманул по полной программе. Помнишь, чем мы с тобой занимались в предыдущей серии? Помнишь или не помнишь? Да, конечно, помню, мы там с тобой вообще таким занимались. И чем мы занимались? Ну, мы эти книги зачарованные покупали за подешману. Именно так. В предыдущей серии мы делали, чтобы за один изумруд можно было купить какую-то самую редкую книгу в Майнкрафте. Там, по починку или удачу 3, чтобы кирки зачаривать и вот это все. Ты смотри, паркурщик какой, паркурист. Это не я его сюда позвала, он сам пришел. Игорек, ты мне ботиночки свои золотые-то отдай. Ага, не отдал. А нет, отдал! Ботинки свои! Нифига себе, ботинки выбила. Ладно, короче. Так, мы делали, чтобы за один изумруд можно было покупать одну книгу. Но ты даже себе не представляешь, что я тебе подготовил в этой серии. Знаешь, что будет продавать вот этот Игорюнчик после того, как станет опять человеком, а? За одну палку, всего лишь за одну деревянную палку, он будет нам продавать один изумруд. Ты меня сейчас, наверное, совсем за дурочку держишь, да? Но если я тебе в прошлый раз поверила, и это оказалось правдой, то сейчас ты меня не проведешь вот таким вот фокусом. Да, сейчас ты посмотришь. Короче, смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. Сейчас он превратится. Иди сюда за мной, вот сюда, через забор, иди сюда. Сейчас я тебе покажу, как это все будет работать. Я ломаю всего лишь одно обычное дерево. Одно, не больше, одно. А сейчас возвращаемся туда обратно. Господи, мать моя женщина. Но... О, зомби-апокалипсис, я тут ни при чем. Валим отсюда, ты смотри, вот этот с галстуком ходит, вот это что? Так, короче, как отсюда свалить-то? Давай, вали, быстро, вали! Да, вали отсюда, тут вали, беги! Ай-яй, нас зажали! И что теперь делать-то? Отойди в сторону, я же кокну тебя сейчас! Нет, это я их кокну, я помогу тебе! Господи, что за апокалипсисы? Так, иди сюда, выходи, заходи, уже без разницы. Так, застрой дырку. Так, оп. Я беру вот это дерево, превращаю в дубовые доски. Получается 24 досочек. И эти 24 доски я превращаю в палки, и получается 48 палок. А сейчас пройдемте, мадмуазель Екатерина, сюда за мной. Все, прыгай сюда внутрь, он уже превратился в нормального человека. Я его бужу и смотрю, что он там продает. А уже после этого ты, давай. Опа!
Ну ты можешь сама посмотреть. Смотри, я тебе даже мешать не буду. Смотри. А как его разбудить-то? Он опять это на кровать лег. Ну правую кнопку нажми. А, о, доброе утро. Ну-ка смотрим. Так, это три. Ну, 32 палки, один изумруд. Одна палка, один изумруд. Там же палки перечеркнуты. Одна палка, один кремень и одна нитка, один изумруд. А, ну ты опять это самое вот эту вот фигню сделал. Так тот, кто его зачаровывает, у того эти скидки есть, а я-то этого не вижу. Точно, короче, смотри, у меня 48 палок. Я тыкаю на него, ставлю 48 палок сюда, и сейчас... А, нет, а чё? А я поставил 48 палок, он мне дал всего лишь 16 изумрудов, а не 48. Ты чё меня обманываешь, обманщик? Потому что он всего лишь за один раз может продавать 16 изумрудов. Вот почему. Короче, одна палка, один изумруд. И это сейчас чё, реально правдой оказалось? Вы меня не обманываете? Оба, и ты? А ещё знаешь, сколько у нас дома есть ниток? А ещё знаешь, сколько дома у нас есть кремня? Мы можем прийти и просто все изумруды в этой жизни выкупить почти за бесплатно. Вот такой вот способ, Катюха. Ну тогда фирменная. Ладно, всё, хватит, пойдём. Я честно даже не знал то, что такая фигня может... Вообще она работает в Майнкрафте. Ты же понимаешь то, что мы с тобой будем сейчас изумрудными миллиардерами просто. Просто изум... Да отойди ты в сторону уже. Вот так. Короче, сейчас иди ты отбивайся. Давай, твоя очередь. Подожди, тогда... Я же без броньки, даже не оделась. Да тебе вот эти золотые ботинки. А, спасибо, они прям очень сильно мне помогут. Значит так, мы с тобой из изумрудов делаем вантус рядом с нашим сральником золотым. Какой вантус? Успокойся ты со своим сральником золотым. У нас есть сральник, у нас есть ёршик, нам никакой вантус не нужен. Но, учитывая, сколько у нас будет изумрудов в следующих сериях, мы хоть всю жизнь изумрудную с тобой можем свою сделать, честное слово. Вот ты пока с засором в туалете не столкнешься, вот тебе вантус-то и не нужен. Да-да, попомни мои слова. Да не нужен нам никакой вантус! Нужен! Это получается что? Это мы можем себе купить шубу, машину, яхту, корабль новый починить. Так это получается, можно же за одну палку купить изумруд, а за один изумруд купить книгу. Так это можно же вообще всю жизнь себе купить! Это получается, за одну палку мы покупаем самую редкую книгу в Майнкрафте починку. Всего лишь за одну палку. И учитывая то, что у нас в сундуке еще где-то 3 стака изумрудов. А где, кстати, изумруды? Они же здесь были. Так это почему мы вообще раньше-то всю жизнь так не делали, а? Мы бы уже давно обогатились-то. Я не знаю, где изумруды где-то вот здесь вот были, вроде в камнях. Ты опять неправильно вещи раскладываешь. Иди сюда, подойди сюда. Ты видишь, здесь в рамке изумруд нарисованный. Это значит, что именно в этот сундук тебе нужно складывать ресурсы. Какой черт здесь делает книга, светокаменная пыль и ягоды? А где тогда другие изумруды? Это изумруд, что ли? Я думал, это печенька зеленая. Какая? А где другие изумруды? А, так вот! Изумруд вместе с камнем, андезитом и костером. Слушай, ты опять в сундуках хлам просто натворила. Я же порядок только навел. Ты сказала то, что там что-то... В сундуке с камнями у Кати находятся алмазные ботинки, молоко, тропическая рыба и погнилая плоть. Кать. Да какая разница, где что находится? Ну не понимаю я, куда складывать. Здесь вот нарисовано меч. Ну тогда либо здесь меч лежит и больше ничего, либо все подряд лежит. Какая разница? Ты все равно заходишь, смотришь в сундуки, раз посмотрел. Слушай, ну у тебя... Вот изумруды, кстати, в тортиках. В тортиках изумруды! Ну что они здесь делают-то? Да какая разница? Вообще нормально все. В смысле, какая разница? Вот у тебя дома, ты же не складываешь свои грязные трусы в морозильную камеру. Или ты же не складываешь вот это огурец в тумбочку с носками. Везде откуда должен быть... Откуда ты знаешь? Да я не знаю, но везде должен быть какой-то порядок. У тебя что, огурцы с носками в одной тумбочке лежат? А вот это уже секретная информация. Слушай, я тебе честно скажу, мне вот это сильно не нравится. И то, что ты делаешь, это тоже мне сильно не нравится. И исходя из этого, ты мне тоже сильно не нравишься. Ну, в плане сортировки предметов. Тебе еще одну стрелу засадить? А тебя что, из этого города нафиг выгнать, что ли, чтобы ты нормально складывал? Так ты нормально... Да хватит меня стрелять! Ну так ты просто складывай нормально предметы и все! Что мне сделать, чтобы везде, в каждом сундуке лежали свои предметы? А не в морковках, алмазный шлем и элитры? Что мне сделать?
Я не знаю, ну сделай какую-нибудь там воронку, чтобы я складывала, и оно ехало туда, куда надо, я не знаю. Автосортировщик предметов. Точно. Какой автосортировщик? Чего сортир? Я давно подготавливал эту постройку, и наконец-то ее время пришло, потому что Катя в этой жизни никогда не научится то, что изумруды должны быть там, где нарисованы изумруды, а не там, где нарисован седло, понимаешь? Поэтому я сейчас возьму, чтобы найти здесь камень, где, короче, возьму андезит, возьму, здесь мне нужен компаратор, повторитель, воронки мне нужны, потом редстоун факелы мне еще нужны, и сундуки, дофига сундуков мне нужно. Катя, скрать еще примерно где-то 10 сундуков. Давай быстренько по Шурику. А из чего они делаются? Из дерева. А где дерево лежит? А ну вот, где дерево лежит. Там, где дерево должно лежать. А еловые доски подойдут? Подойдут. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять. И давай шестую штучку. Вот так, на всякий случай. Еще дофига кожи осталось. Выкладываем ее вот сюда. Короче, все скратило сундуки. Давай за мной сюда, топай быстро. А, четвертый делаю, подожди, пожалуйста, сколько тебе там надо было? Восемь примерно, где-то вот так, даже 10, или лучше 12, давай, ага. Ай, 8 сделала. 12. Короче. Может, возле школы, или возле магазина Кати, или... О, так, подожди, можно же у тебя там сделать в лаборатории, мне кажется, там идеально подойдет. Так, давай, иди сюда за мной быстренько. Вот сюда. Эй, а ты там ничего мне не испортишь? Я тебе ничего там портить не буду, даже не переживай. Так, разве что, вот давай вот здесь. Разве что я просто вот это вот к чертовой бабушке вот так снесу. Надеюсь, ты не против то, что я твою клумбу убрал вот так, ага, хорошо? Как бы против была, она была моей самой любимой. Уже поздно. Вот здесь я тебе сейчас построю вот этот сортировщик. Ты готова? Давай, я готова всегда, строй уже. Если после этого... Ты не будешь нормально расставлять все свои шмотки, я тогда не знаю, что уже тебе нужно будет построить. Сундуки выкинь, которые я просил скрафтить быстренько. На, держи, 24 штуки хватит, надеюсь. Надеюсь, то, что хватит. Главное, запоминай, что это такое и как это строится. И ты тоже запоминай, вдруг тебе тоже это пригодится. В первую очередь, надо вот так выстроить сундучки. Вот, подожди, вот это неправильно. Вот так. Два а ряда... нижний ряд-то не откроется. Откроется, сундук же на сундуке, все открывается, не переживай. Потом воронки, которые я взял, 23 штуки, надо подсоединить вот так ко всем сундучкам. Понятно пока что все? Да пока что ничего не понятно, дальше, наверное, еще хуже будет, да? Отступаем от воронок два блока. Один, два. И вот сюда ставим повторители. Это же повторители, это повторители. После этого сюда ставим андезит. Он должен находиться вот так вот. И сзади повторители. Вот так вот. И потом сразу же возьмем редстоун факел и подсоединим их вот сюда. А сейчас-то хотя бы тебе понятно? Не-а. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И потом здесь то же самое. Закрываем вот эту всю схему просто обычными блоками. После этого все другие блоки застраиваю редстоуном, который я тебе дал. А вот сюда надо поставить 5 компараторов. Вот, все вот те блоки вот там, которые под тобой, все застраиваю редстоуном, давай. И внизу тоже? И внизу тоже, и вот там, где ты стоишь, тоже. Вот так, да, молодец, молодец, давай, давай. Ага, ага, ага. Ой, подожгла тут что-то. Ну все, сломала опять все. В смысле? Я нечаянно, я хотела сюда тыкнуть, тыкнула сюда. Потом ставим сюда воронки, которые направлены в эти компараторы. Вот так. И еще одни воронки с этой стороны нужно поставить вот сюда. Сейчас я возьму немножечко андезита. Вот так. И еще 5 воронок. Я пока сам ничего не понимаю, что это получается, но самое главное то, что в конце вот эта шайтан-машина, она работает, ага. Сейчас, Катя, у тебя будет самая сложная задача. Выбери 5 предметов, ровно 5, которые ты чаще всего используешь, потому что именно эти предметы я потом добавлю вот в эти сундуки. Выбор-то на самом деле не сложный, я уже даже знаю, что... Смотри, значит, гнилая плоть. Ага. Курица. Ага. Перо. Ага. Золото и розовый краситель.
Так, ну хорошо, тогда то, что ты сейчас мне перечислила, каждый из этих предметов мне нужно по 64 штуки. Поэтому 64 курицы, розового красителя, перо и вот это все остальное быстренько кабанчиком сгоняло и вот это все притащило. А я пока дострою здесь все остальное быстренько и объясню подписчикам, что и как работает. Давай, быстро. Нифига себе, у меня 61 курица есть, сойдет? Ну иди еще 3, Надя, сзади крипер! Сзади крипер, Катя! Иди за курицей, быстро! Там еще один мистер Крипер. Ну значит, убей его, иди за курицей! Я же... Это идет сюда! Да ешкин, это картошки, да ты... Убей его, убей его! Ты такая нуба, Сися, ты с 10-го раза стрелой не можешь по нему попасть, честное слово. Все, отставил меня! Сейчас там понадобится наковальня, и в ней самое главное переименовать какие-то предметы в любое название, на самом деле вообще не важно какое, и поместить их вот в эти 5 воронок. Вот так, только по 4 штуки, в каждую воронку. Все готово, я тут. Ага, вроде все готово. Все взяла? Короче, смотри, по каждому одному предмету, который ты взяла, ставь вот сюда, вот в эти рамки, которые я подготовил. Давай. Вот так? Вот так. Вот так? Вот так, молодец. Гнилая плоть, розовый краситель и курица. Все остальное выкинь мне. О, нет, это что, посмотрите на него, нет. Это мне нужно для шайтан-машины этой. Выкинь сюда обратно, давай быстро. На, держи. Курицу только верни потом. Ну потом когда-нибудь верну. Короче, смотри, в этот сундук, где нарисовано перо, сюда будет сортироваться только перо. Поэтому вот в эту воронку нужно зайти и выложить сюда вот эти все перышки. Они уже сортируются, сортируются, сортируются и остановятся на 41. Опа! Все, остановились. Дальше они опускаться не будут. Вот в этот сундук мы сюда ставим золото. Вот сюда мы ставим гнилую вот так плоть. 60 штук. Сюда розовый краситель. И сюда курочку. Вот. А вот в этот сундук будет всякий хлам падать. Понимаешь? Ну, типа то, что не входит в нашу сортировочную машину. Короче, иди сюда, я тебе сейчас покажу, как это все работает. Прошу заметить то, что сейчас каждый сундук пуст. Здесь ничего нет. Все пусто. Подойди вот сюда. Вот в этот сундук, вот где написано любые вещи, ты можешь складывать самые любые предметы, которые у тебя только есть. И сейчас я тебе именно покажу, как эта вся фигня работает. Все, что у меня здесь есть в инвентаре, я просто беру и вот так вот выкладываю вообще на самом деле без разницы. Вот взял, все выложил. Ну что, все готово, можно посмотреть, да? Сейчас, сейчас, пару секунд, дай ему еще немножко времени, пару секунд. Так. Я хочу уже посмотреть. Так, сейчас, подожди, давай сначала посмотрим, пустой ли вот этот сундук. Этот пустой, а значит, то, что все рассортировалось. Короче, вместе заходим в один сундук и вместе смотрим, что там есть. В этом сундуке должны быть только перышко. Только перо, только перо. В этом только золото. Здесь гнилая плоть 49 кусманов, здесь розовый краситель, 20 жареной курицы и все остальное, что не входит вот в этот список, переместилось в этот сундук. Сейчас ты понимаешь, то, что хлама, бардака у нас дома на складе не должно быть, потому что все сортируется вот сюда. Это что получается, я теперь могу всю жизнь просто захламлять все, бардак устраивать, а оно все само будет рассортироваться? Райская жизнь. Слушай, не надо никакого срача. Если я тебе автосортировальщик сделаю, это не значит, что ты можешь продолжать дальше срач делать. Все, вот эти предметы у тебя находятся здесь. Но у нас же дома. Вот все остальные предметы, их же надо складывать по-нормальному, как человек. Погоди, погоди, у меня к тебе вопросики. А где еще курица? Ее же был целый стак. Не, у меня инвентарь пустой. А так она здесь! Вот, смотри, она в этой воронке, потому что здесь она останавливается на 41. Вот, если там не будет 41 курицы, вся эта машина работать не будет. Она же питается от курицы. Ладно, с этим разберемся потом. Главное, что эта штука работает. Она работает! Срача больше не будет у нас! Ну, я надеюсь, что не будет. Я, по крайней мере, постараюсь. Ну, значит, хорошо, старайся. А я потопал домой, возьму кремень, возьму ниточки, возьму, вот просто возьму все палки, которые у меня есть, пойду и просто сделаю всю ту деревню бедной. Все изумруды у них заберу, давай перепрыгивай. А ты меня с собой возьмешь?
Ну, у меня есть какой-то выбор, брать тебя или нет. Не, ну ты можешь как бы дома остаться, пойти спать и не доставать... Не-не-не, я с тобой. Может, все же пойдешь спать, а я сам... Нет, я с тобой. Хорошо. Ну, самому было бы намного бы лучше, конечно. Да, и со мной это веселее будет. Да.